Какие у вас на сегодняшний день есть проблемы, которые нужно решать? Что касается компетенции уже субъекта, правительства или городской области, то значит будем решать там, помогать вам. В принципе, основных бывает направлений. Ну, хотелось бы посмотреть, в каких условиях здесь дети у нас находятся. Территорию вокруг детского садика я, в принципе, так знаю, потому что я на своем округе бываю постоянно. Вот. Детская площадка у вас здесь. Ну, Кижаков помогал Александру Шоскову. Так что вот давайте вот так вот пойдем посмотрим. Здравствуйте. Не из программы, не так просто. Все, конечно. Ну, оборудование имеется. Пара коннектора. Одну ставила машину. А что вы готовите сегодня? Простите, вот успеть интересно. Я бы хотела обратить внимание на вот этот сушильный шкаф, который имеется в каждой группе. После прогулки во влажную погоду, да, одежда спаться, одежда, обувь, и, соответственно, буквально за пару часов одежда все сбывает. Наталья, а вы у нас кто? Нянечка? А вы, значит, воспитатель, да? Да, Елизавета Николаевна, да. Очень приятно. Высшей категории воспитатель. А вот эта мебель, она соответствует? Да, ну, по крайней мере, вот ничего нам делать. Это отваливается, вот это... Нет, а вот это все-таки угол-то получается острый. В принципе, он и так вот защищен, но вот этот выступающий угол вот этих столиков, понятно? Это, значит, получается у вас свой мини-театр, да? Да, это уголок театрализации, однозначно все. Уголок ряжения. Для этого, да, для этого возраста. Ну, то есть они уже все это начинают под, осваивать? Конечно, под присмотром педагогов, разумеется, и магазины, и все прочее. Это возраст 2 до 3. И а вот еще у меня такой вопрос. Вот есть игры, которые направлены на то, что, например... Развивающиеся? Да, развивающиеся. Экологического характера, вот такого общекультурного, что нельзя мусорить, там, нельзя. Ведь они же маленькие, они тоже могут играть в роль президента. У них есть и социальная направленность, разумеется. Там это как раз уже будет оказаться. Да, это отслеживание планируется. Это изменяется со временем, да, соответственно, как-то подстраиваются инструменты требования. А так патриотическое воспитание, социальное правительство всегда всегда. Это получается сколько в группе? 19. Я сегодня возраст 19 исполнилась. Это уже... Все, это норма, это предел. Есть уже? Ну, на данный момент, заполнив 7, человека 2 сюда стоят. Да, то есть не остались ни 10, ясно, я заполнила полностью. Достойно. Хорошо. Все хорошо. Здесь уже... Сознательное пользование, что-то нет. То есть они уже, да, конечно, более расширены. Ну, а все остальное зеркальное, я говорю, так же? Практически, вот. Да. Практически, да. Потому что это такое же помещение. Остальные помещения другие. Не надо плакать. Ты хулиган, как тебя зовут? А? Женя. Ясно, Женя. До свидания, дети. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Может, что-то вот у вас есть какое-то понимание вот этой работы с документами? Может быть, это нужно убрать? Может, это нужно убрать? Ну, это надо разрабатывать централизованно, чтобы совместить некоторые документы в одно. У педагогов очень много. Пускается все сверху. С области, да. Ну, я и поэтому говорю. Больше получается. Да, это проблема везде. Я считаю, даже не в Ленинградской области, а в целом, что растет эта бумажная несмотря на то, что все сейчас компьютеризировано, да, все есть, и сейчас для педагогов есть компьютер, они могут прийти работать здесь, а не дома. Вот, все равно это занимает время. Мы стараемся, ничего. Не в ущерб не, основной работе. Не бойтесь, думайте, что нужно упрощать, чтобы было удобно для работы. Это сушильный вот сушильный шкаф, да, у него 2 режима. Приходит с продуктами, все, что... Батарея-то не предусмотрена. И, пожалуйста, каждый меняются полки, высота, для обуви, для чего, пожалуйста, все пользуется.
кстати. Есть и холодный режим, и горячий, 40-60 градусов. Вообще, конечно, Татьяна – это замечательное, прекрасное имя, да? И у нее кроме день рождения есть еще три особенные дни. 25 января, Татьяна, день. Может быть, у вас есть какие-то пожелания, предложения? Вот я сейчас с вашими коллегами разговариваю. Бумаг много приходится заполнять. Пожелание помочь оформить участки нам. Какие-то дома, мы, конечно, с родителями работаем, а родители помогли бы с вами, нам помогли бы. Мы хотели бы, чтобы еще формы какие-нибудь там были. Когда мы не научились, нам не научились. Ну, я понимаю, что по поводу самой заработной платы, хотелось бы быть, правильно? Спасибо вам за вашу работу. Дай мне вам здоровья. А это, получается, так? Выдвигаются. Да, они выдвигаются. Вашу работу. Да. Прикажущимся пространством, когда кровати выдвигаются, то все заполняется. Тоже тепло достаточно. Кондиционер смотрит вообще? Да. А там что там следующее помещение? Это как-то в виде игры какой-то. Все дело. Иголку, да. Сколько не играй, иголку увидят. Это только с детьми. В игровой форме, а со взрослыми это не взрослые же тоже здесь прививают от гриппа. Да. Как же мы обязаны прививаться, да, сотрудники. А вы здесь, получается, на постоянной основе, да? Да, конечно. Уже оформление зала, это практически все на музыкальных руководителях. Тоже видите, все в современной технике, синтезатор, компьютер, все это подключено. Экран. Да, да. Тоже хорошо, телевизор для просмотра каких-то презентаций. Ну и что получается? У нас все дети через вас проходят, да? С первой, самый маленький и заканчивая. И что мы поем, что мы... Все мы поем. Все мы... Что мы не можем петь, то мы показываем. То мы танцуем. Танцуем, да. Не можем петь, но танцуем. Замечательно. Так а вот все-таки, вот тематика какая вот присутствует? Большое внимание русскому народному творчеству уделяется тоже в работе педагогов, в частности, музыкальных руководителей. Не забыли никуда. У нас и народные инструменты имеются, и... Ну, я понимаю, а что-то из современного тоже или нет? Конечно, да. Они без конца ездят на курсы. И такие мелодии заводные, что учимся, тогда... Учимся, да. Видите, нас тут учатся. Самим плясом. Нам нужны ложки. Ложки? Деревянные, да. Ну, музыкальные ложки, у нас хламские есть, простые ложки деревянные, чтобы дети могли на музыкальных занятиях вот играть. Тебе нам купят, мы очень благодарны. Придете к нам еще быть, но мы их сыграем. Хорошо, вот у вас будет какой-то такой праздник, и пригласите, и постараюсь прийти. Конечно, пригласим. Ну хорошо. Вам в садике нравится? Да. А в школу хотите из садика? Да. Молодцы, школа вас ждет. Что, все устраивает вас? Ну... Прекрасиво. Нет предела совершенства. Хотели бы, конечно, вот больше, чтобы нам... Для детей больше. Что больше? Да, пособия какие-то, ну вот что-то, чтобы выделять. Развивающие. Это их мамище, да. Потому что все-таки они растут, на пальцах многого не объяснишь. В магазинах сейчас, сами знаете, какие цены, поэтому... Ну хорошо, цены. А это в магазинах есть? Есть, конечно. В магазинах сейчас, да, есть все. Федерация становится Россией, да, ребята? Да. Здесь патриотическое воспитание более выгодно. Уже все, уже практически школьное. Мы уже да. В каком городе мы живем, ребят? Россия! А страна какая? Россия! А как раньше киндесерт назывался? Не знаю. Смотрите, знаете. Просто голову не пришло еще. Подумайте. Как раньше? На последнем углу поверьте. Как он назывался дальше? Яндор! Молодец! Вот мы все во внимание заинтересовались, да? Тут такие звуки ставятся, да? И книжки приложились. Все рассмотрели, да?
Красота такая, какие замечательные книги стали продаваться. Вообще, там еще золото. Не только детям, и взрослым золото. И правда, сокровища. На дне сокровища. Конечно. Спасибо большое, что вы посетили, очень приятно.